Всем привет! Сегодня я расскажу, как отправить аудио и видео сообщение в Телеграме. Для этого заходим в Телеграм. Я не отправляю людям сообщение аудио либо видео сразу же, потому что могу что-то не то сказать, либо же не туда нажать, и отправиться мне совсем не то. Для этого я создала себе папку «Избранное», и здесь могу потренироваться, а потом уже отправить. Для того, чтобы отправить аудио сообщение, нажимаете в нижней части вашего телефона значок с динамиком, нажимаете и поднимаете вверх, и у вас начинается записываться ваше аудиосообщение. Внизу можете видеть время, как идет. Если вы записали все, что вам нужно, нажимаете на стоп. Можете свое сообщение прослушать. Если все нормально, то нажимаете на отправить. Если же что-то не так, то нажимаете удалить. Вот я сделала аудиозапись, могу здесь прослушать. Поиск призвания 5 выводов, которые сохранят 10 лет вашей жизни. Так, я его, к примеру, прослушала. Могу отправить себе же. Идите рядом на ваше аудиосообщение и можете его кому-либо переслать. Либо же удалить, если вы уже кому-либо его отправили, и оно вам больше не нужно. Далее, для того, чтобы записать аудиосообщение, такое кругленькое, вы нажимаете на микрофон. Один раз легким движением без удерживания. У вас появляется в нижнем углу не динамик, а камера. Вы на нее нажимаете и поднимаете вверх. Таким образом вы записываете свое аудиосообщение. Если вы хотите переключить камеру, нажимаете в нижней стороне на такой значок и переключаете свою камеру. Вот видео я уже записала, я могу его отправить, либо же удалить. Вот так легко и просто можно отправить аудио, либо видео сообщение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Именно так вы можете меня поддержать. Вам не сложно, а мне приятно. Say what you wanna say.